Халев Василий Дмитриевич, герой Советского Союза. Родился 14 января 1913 года в Казани в семье рабочего. По другим данным, в рабочем поселке Мариец современного Маритурекского района Республики Марий. Получил неполное среднее образование. Командир танка 47-го отдельного огнеметного танкового полка, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт, младший лейтенант. На фронте с 24 июня 1941 года свой подвиг совершил в боях за город Полоцк. Первым на своем танке ворвался в город, уничтожая с пушки и огнемета живую силу и технику противника. Израсходовав все боеприпасы, его танк был подбит. Экипаж до последней минуты отбивался гранатами. Когда немцы подожгли танк, экипаж танка применил все возможное, чтобы потушить горящий танк. Не оставив завоеванного рубежа, Халев вместе со своей боевой машиной сгорел, но в плен не сдался. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в братской могиле на площади Свободы в Полоцке, Витебская область.